25 по 28 марта 2014 года компания Kasumi принимала участие в 22-й международной специализированной выставке индустрии гостеприимства «Экспо Хорека». Компания Kasumi выступила официальным партнером Академии гостеприимства, организатора международных соревнований шеф-поваров стран Балтийского моря на кубок «Балтийская кулинарная звезда». Мне нравится вот эта вся обстановка здесь, то, что на этом кубке происходит. Вся эта, как это все организуется. Настолько все это близко, настолько все это родное. Все команды, которые выступают, друзья нашей команды, и мы общаемся все эти годы. Настроение позитивное, очень хорошее. Встречаю очень много друзей, много коллег, которые также участвуют, выступают. Другие страны – это тоже наши друзья. Мы их очень много лет уже знаем, дружим, общаемся, ездим друг к другу. Участниками соревнований стали сборные команды шеф-поваров России, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана. Российская команда шеф-поваров в своих выступлениях использовала профессиональные ножи компании Kasumi Masahiro 149 серии. Естественно, хорошие ножи. Вот, но в том числе на этой выставке представлены ножи Kasumi, которые мы тоже используем. Вот, и наши шефы работают этими ножами. Обладателем кубка стала сборная команда Эстонии. В рамках награждения всем шеф-поварам были вручены ножи Kasumi. Все участники выставки имели возможность посетить стенд Kasumi, где были представлены профессиональные поварские ножи для европейской и японской кухни, инструменты для заточки, точильные камни, подставки для ножей, разделочные доски, средства по уходу за ножами и кухонный инвентарь. На нашем стенде ежедневно проводились мастер-классы по профессиональной нарезке от шеф-повара Александра Богданова, участника сборной команды шеф-поваров России. Каждый желающий мог получить профессиональную консультацию по использованию ножей Kasumi, а также под руководством шеф-повара оценить качество японского реза в деле. Все дни на стенде работал мастер по заточке ножей компании Kasumi. Посетители выставки имели возможность отточить свое мастерство на японских водных камнях самостоятельно, либо абсолютно бесплатно отдать свой нож на заточку мастеру. Компания Kasumi выражает особую благодарность нашему партнеру Академии гостеприимства, а также всем гостям 22-й международной специализированной выставки индустрии гостеприимства «Экспо Хорека». Здесь не только выступают, да, ребята, и выигрывают, проигрывают, неважно, но и знакомятся с друг другом. Что я могу сказать насчет ножей Kasumi? Я с ними работаю. Я ими доволен. Так что, если кто-то хочет себе приобрести профессиональные ножи, я советую.